День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности торжественно отметили в Доме молодежи. Это профессиональный праздник тех, чей труд связан с лесными ресурсами на всей территории нашей страны. Амурская лесопромышленная компания была создана 24 сентября в 2008 году. Она же входит в лесопромышленный холдинг RFP Group. Компания осуществляет реализацию одного из крупнейших в лесопромышленном комплексе Дальнего Востока инвестиционного проекта – создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины. До недавнего времени на ее промышленной площадке действовало только одно предприятие – изготовление лущиного шпона, полуфабрикат для изготовления фанеры. Город Амурск достоин того, чтобы эти предприятия деревообрабатывающие, вновь о себе заявили. И они заявили довольно-таки громко. Буквально несколько дней назад был введен в эксплуатацию и получил статус официального завод по производству пиломатериалов. Уже 5 лет в работе цех по производству шпона. Численность людей, которая сегодня прирастает практически ежемесячно, уже достигла почти 1000-й отметки. И на этом предприятие не остановится, потому что впереди большие дела. Кроме этих заводов, следующий этап – это завод по производству топливных гранул. Это год 2019, и все с нетерпением ждем, чтобы этот завод влился в комплекс деревообработчиков. Таким образом, производство станет полностью безотходным. А также в планах намечено строительство целлюлозно-бумажного производства. Кроме внутреннего российского рынка, амурский лощиный шпон стабильно поставляется в Республику Корею и Китай, Мексику, США, Канаду, Малайзию, Турцию и другие страны мира. Лесники, лесорубы, лесозаготовители, лесопереработчики, поздравляю вас с праздником. Значит, наша отрасль, конечно, самое главное в нашем районе. Я много лет сам в ней работаю. Ну, в общем, то, что меня сегодня отметили, очень приятно. Ну, и я, конечно, поздравляю всех своих коллег, молодежь, которая идет в эту промышленность. Промышленность тяжелая очень такая, в смысле физическая. Требует работы очень таких много вложений. Ну и знания. Основным покупателем продукции Амурской ЛК являлась Япония, куда поставлялось 80% всей продукции. Но с открытием второго завода по производству пиломатериалов этот круг значительно расширяется, ведь применение самого передового оборудования позволит выпускать пиломатериалы из ели и лиственницы по самым высоким международным требованиям. Поздравляю весь коллектив нашего завода, компании, пожелать самых наилучших пожеланий. Процветания, здоровья, счастья, всем удачи. Амурская лесопромышленная компания вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Амурского района. Конечно, благодаря работникам. Это настоящие профессионалы своего дела с большой буквы. Именно в этот день были отмечены лучшие сотрудники компании. Хочу пожелать на День лесника всем своим подчиненным, всем работникам, коллегам благополучия, удачи, надежд. А также хочу просто их поздравить и поблагодарить за хорошую, добросовестную работу. Разрешить от имени главы Амурского муниципального района Ивана Васильевича Васько от органов местного самоуправления выразить вам искреннюю благодарность за ваш труд. Особая благодарность ветеранам лесного комплекса и отрасли. Понятно, что высокий профессионализм коллектива, опыт, знания позволят решить любые поставленные задачи. Всем известно, что лес – это богатство страны. И, конечно, для Амурского района лес имеет большое значение в социально-экономическом развитии. Ведь территория нашего района покрыта лесным массивом на 67%, а общая площадь лесного фонда составляет более 1 миллиона гектаров. Ирина Жданова, Сергей Жиренков, телеканал Амурск.